Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Локи, у нас ответная встреча, а точнее прогноз ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов Бавария-Челси. В первом матче Бавария легко разобралась на выезде с Челси, выиграв 0-3, и казалось бы, за 5 месяцев у Челси не особо появились шансы на борьбу в этом противостоянии, но в футболе бывает всякое, хотя по статистике больше 90 раз встречались подобные команды, я имею в виду после первого матча, пропустившие 3 мяча, и ни одной из них не удавалось отыграться и пройти в следующий раунд. Возможно, случится чудо, и Челси сможет отыграть 3 мяча. Вы, друзья, пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком и давайте, ребята, начинать. Неплохой перевод мяча, но Маунт, к сожалению, для Челси не добирается до мяча. 10 минут позади, пока особо опасных моментов нет. Середина первого тайма, и пока команды вообще особо не идут вперед. Ну, Баварию понять можно, она может так играть, потому что в первой встрече выиграла 3-0. А вот Челси не пытается даже отнять мяч. Роберт Левандовский с мячом. Снова передача назад, все аккуратненько в пас. Мюнхенцы даже не стремятся к тому, чтобы забить. Челси пытается подойти к штрафной соперника, но очень здорово действует оборона Баварии и не позволяет приблизиться даже к штрафной. Концовка первого тайма, Эмерсон погнал по флангу, пытается найти партнера, передача на Хадсон-Одой, тот уже в штрафной. Но здесь Буатенг. И это лишь угловой. Пошла подача, удар по воротам. Еще один момент, и здесь спокойно Мануэль Нойер забирает мяч в руки. Очень вялая игра в первом тайме, и ее можно охарактеризовать, что одни не хотят, а вторые просто не могут. У Челси был единственный подход в концовке первого тайма, и то он был, так скажем, заработан потом и кровью. Ну а Бавария просто играет в спокойный футбол, не пытается обострять, накалять ход событий. Посмотрим, чем порадуют нас вторые 45 минут. Челси тут же идет в атаку. Это Ковачич. Оливье Жиру, снова Ковачич. Хороший момент. И снова лишь угловой. Подача есть. Мануэль Нойер выходит и играет кулаками. Но на подборе Челси. И они продолжают свою атаку. Баркли. Джеймс. Передача. Оливье Жиру. Удар по воротам. И арбитр здесь увидел какое-то нарушение. Ну вот он момент. 57-я минута. Маунт у мяча. Берет разбег, бьет по воротам и перекладина. Еще момент. Оливье Жиру. И здесь Мануэль Нойер во всей красе. Ну во втором тайме Челси поактивнее. У нас 64-я минута. Но счет по-прежнему 0-0. И 3-0 в пользу Баварии по сумме. Хадсон-Одой тащит мяч по левому флангу. Можно уже подавать. И очередной угловой. Подача. Удар по воротам есть. Но и защита. Защита Баварии с этим всем справляется. 15 минут до конца. И по-прежнему 0-0. Атака Челси. Удар от Ковачича. И снова угловой. Но вот все удары по воротам в исполнении Челси заканчиваются лишь угловыми. Подача, и здесь снова Бавария справляется без проблем. В 2 минуты добавляет арбитр к окончанию этого матча. Видимо, голов мы с вами, ребята, здесь не увидим. Каким результат будет в жизни, мы узнаем с вами совсем скоро. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. И вот так вот, на таком опасном моменте встреча закончена. С вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся, пока-пока.